На базе лабинских электрических сетей прошел большой спортивный праздник. Энергетики открыли летний сезон соревнований. Это уже 13-я спартакиада «Кубань-Энерго». Выяснить, кто смелее, быстрее и ловче, в Лабинск приехали электрики из Курганинского и Масовского районов. Участников спартакиады поприветствовали руководитель предприятия и начальник управления физической культуры и спорта. Это очень реальный вклад в развитие общей физической культуры и спорта не только в нашем районе, но и в Краснодарском крае, и вообще в стране. Сейчас очень много уделяется руководством краевой администрации на поддержку трудовых коллективов. Внимание уделяется на то, чтобы развивались приемлемые виды спорта, и трудящиеся могли оздоравливаться и личным примером показывать, насколько здоровый коллектив, как говорится, и в производственных показателях, и в общей физической подготовке. Некоторые лабинские спортсмены-энергетики уже являются членами сборной края. На предприятии есть даже целые спортивные династии. Как призналось руководство лабинских электрических сетей, данные спартакиады не только выявляют лучших, они укрепляют командный дух и улучшают здоровье сотрудников. «Кубань-Энерго, холдинг МРСК, куда входит Кубань-Энерго, социально ответственная компания. Кроме основных видов деятельности по передаче электрической энергии, много внимания уделяется социально-бытовым вопросам, в том числе и спорту. Мы имеем значительные успехи в городских соревнованиях. Вот на майский день солидарности трудящихся, да, перед майскими праздниками заняли первое место в этой спартакиаде. Наши футболисты тоже поддерживают честь Лабинского района, выступают за местную команду «Лаба». Эти соревнования, спартакиада, проводятся. У нас сейчас отборочные соревнования в филиале, потом лучшие будет сформирована команда филиала для выступления на соревнованиях «Кубань-Энерго». Дальше лучшие спортсмены «Кубань-Энерго» едут соревноваться в Москву, как бы, на первенство холдинга МРСК. Да, это как бы спорт, это, ну, во-первых, здоровье. Во-вторых, это сплочение коллектива, как бы, да. Ну и это просто как бы общение. Это просто здорово. Участники спартакиады соревновались в гиревом спорте, волейболе, настольном теннисе, легкой атлетике. Среди лучших в беге Ольга Смольницкая. Она постоянный участник состязаний. На нашем предприятии занимается спортом каждый, и мы принимаем каждый год ежегодное участие в городских спортивных соревнованиях. В этом году мы заняли первое место. У нас также соревнования в СУКО, где мы принимаем участие также каждый год и стараемся выигрывать. Вообще спорт это сила, здоровье, спортом нужно заниматься. Футбол – самый любимый вид спорта у лабинских энергетиков. На предприятии оборудована специальная площадка, где в свободное от работы время занимаются любители футбола. Занимается очень много ребят футболом и профессионально, и так. И более популярным, чем все остальные виды спорта. Лучшая команда примет участие в краевых спортивных соревнованиях. Наталья Твиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».